Это санаторий Орджоникидзе, да? Юля, первый раз в жизни под пальмами со снегом. Как тебе ощущения, девочка? Как круто, да? Первый раз пальмы со снегом тебе попадают. Где вы видели пальму, чтобы в снегу были? Вот такая вот здесь. Смотрите, санаторий. Только не пойму, он же не действующий. Музей или что здесь? В общем, здесь не действующий, я так понимаю. Гулять как катакомба. Надо скорее сейчас внутрь посмотреть, что здесь. Естественно. Юля, тебе надо же еще поздравление с 8 марта записать, с 23 февраля. А ты видела вообще? Да. Давай, вставай, будешь по это поздравлять, мужиков, скоро 23 февраля. Сейчас. Выучила стишок? Смотри, какая красота. Юля, ну что, как дышится тебе? Кислород. Как обычно. Как обычно. Кругом развалины одни. А куда мы идем? Все, дальше тупик. Там сверху. Птички поют. Летом здесь прям красиво, красиво. Что это? Не знаю, цветочки. Не трогай. А где они нарвали здесь это? Мимозу где-то нарвали, прям несли отсюда. Охапками несут. О, птички, тик-тик. Санаторий, представляете, какой огромный. Что, плитка здесь свежая, лежит. Что-то все равно делает. Вот такая разруха. Это в мире капитализма ни музей, ни отель, ни санаторий. И разруха такая. Как будто развалины. Где мы были? На развалинах Колизея или кого-то? Афродиты? В Турции, да? Юля, где мы были на развалинах? Карфагена или как Карфагена, да? То же самое в центре Сочи. Первая линия. Солнце, да? А мы сейчас принимаем солнечные ванны. Принимаешь солнечные ванны, поверни к солнцу. Витамин D. Мимоза. Юля. Ну что, давай я тебя закину. Нальем домой мимозу. Нет, не надо. А аромат какой, представляете, стоит. Вот она бесплатная. Ответочка 150 рублей. Она 8 марта будет стоить. А, цветов же сейчас нету. Все закрыли. Минус. Будет рублей 500 такая веточка. Минус 30, да. Рублей 500. Рублей 500, да. Цветов-то в России больше не будет. Так что за границу закрывают. Всех выпороли ремнями. Налогами обложили. Че болтать-то? Цветов не будет на 8 марта. Вот мимоза будем. Юля, давай нарвем. Что? Слава Богу. Вот, хоть экономия будет мужикам, да, на цветах. Да почему? Нормально, хоть подарки. А, нормальные подарки дарить? Покровенник подарят на 2 дня. Поняли, женщины? Скажите своим мужикам, чтобы они дарили настоящие подарки. Айфоны 12, да? Нет. Айфон 12? Про Макс. Про Макс? Круто. Полезные вещи. Спасибо. Спасибо. Вот, видите, у Юли уже тут поклонники. Что такое? Настоящие мужчины в Сочи. Смотри, что? Улитка. Вот это в аквариум как раз улитка. Ага. Чего? Ее кушать можно. Подожди, дай ее. Да не, это капли эти, скажи, это не улитка. Ну, это просто наростик какой-то. Да. Все, Юля, спасибо сказала. Видишь, какой у тебя уже джигит появился в Сочи. Скоро сватать. Да, сейчас. Давайте.
Маш, у тебя салфетка в кармане была? Она выпала. Напиши в Куйбышев, хорошо.